краткое содержание авторской обработки древнегреческого мифа «Храбрый Персей» Корнея Чуковского. Если в двух словах, то «Храбрый Персей» — это увлекательная история об отважном юноше, который совершил великий подвиг и одолел страшное чудовище — летающую женщину Медузу Горгону, один взгляд на которую превращал людей в камни. А теперь немного подробнее. В древности один город настигла страшная беда. Неподалеку с ним поселилось страшное чудовище, несущее повсюду за собой смерть. Это была крылатая женщина, Медуза Горгона, на голове которой вместо волос извивались ядовитые змеи. Она медленно бродила по городу, и каждый, кто смотрел на нее, тут же превращался в камень. Многие жители познали горькую участь, превратившись в каменные изваяния. Однако царь Полидект, правивший в городе, не переживал по этому поводу. Вместе со своими вельможами он надежно укрылся во дворце и с утра до ночи пировал там. Единственным человеком, который решил спасти город от чудовища, был отважный юноша по имени Персей. Он отправился к Полидекту и сообщил, что обязательно принесет ему небывалый дар – голову Медузы Горгоны. Но надменный царь лишь посмеялся над ним. Персей стал расспрашивать жителей, где находится логово страшной Горгоны, но никто не мог ему ответить на этот вопрос. Наконец он встретил старого рыбака, который указал путь к Медузе Горгоне. Она обитала у подножия высокой горы. Добравшись до этого места, Персей увидел спящую Медузу и ее сестер, которые были похожи на свиней. Юноша задумался. Чтобы убить опасную колдунью, нужно было взглянуть на нее, но один только взгляд мог стоить ему жизни. Тогда Персей догадался использовать свой блестящий медный щит, в котором отражалось все вокруг. Глядя на него, он подбежал к Медузе и мощным ударом отрубил голову и спрятал в мешке. Персей бросился на утек, а за ним пустились в погоню разъяренные сестры Медузы. Они требовали вернуть им голову убитой сестры. Но Персей бежал так быстро, что толстые крылатые колдуньи вскоре отстали от него. На пути храброму юноше встретилась добрая волшебница, богиня Афина Паллада, которая похвалила его за храбрость и подарила ему летающие сандали. Персей надел их и полетел через пустыню. Вскоре он увидел прекрасную девушку, прикованную к скале. Андромеда рассказала, что отдана в жертву огромному дракону. Юноша освободил ее, а сам при помощи головы Медузы Горгоны одолел чудовище. Он женился на Андромеде, и вместе они отправились в родной город Персея. Когда юноша принес свою добычу Полидекту, тот лишь рассмеялся, сказав, что в мешке тыква. Тогда Персей вытащил страшную голову, и царь с вельможами превратились в камни. Жители города попросили отважного Персея стать их царем, но он отказался. Выбросив голову Медузы в море, он вместе со своей женой отправился в дальние страны. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.